Доброе утро. Спасибо, что этот день вы начинаете вместе с нами. С новостями к этому часу познакомлю вас я, Наталья Мороз. И начинаем выпуск с официальной хроники. Развивать производство и наращивать объемы в Оренбуржье. Такое заявление сделали представители американской компании John Deere. В Доме Советов прошла встреча с главой региона Денисом Паслером. Обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия сторон. Встреча прошла в кабинете временно исполняющего обязанности губернатора. Представители компании поблагодарили за прием. Разговор коснулся локализации производственных мощностей компании. Также представители отметили, что Россия – потенциальный партнер развития бизнеса, и Оренбургская область занимает ключевую роль. Потому что здесь находится производственная площадка. Это наше одно из двух мест, где мы находимся в России. Оренбург находится на логистическом пути между Востоком и Западом, и это нам даст возможность отправки компонентов как на восток, как и на запад. С Оренбуржьем американская компания сотрудничает порядка 20 лет. Руководством принято решение локализовать российское производство в области. Вся техника John Deere в скором времени будет собираться в нашем регионе. Инвестпроект компании оценивается более 1 000 000 000 рублей. Стройка уже идет полным ходом. Сейчас на окраине Оренбурга готовят цеха для сборки тракторов и комбайнов. Движение троллейбусов в областном центре изменится. Причина – демонтаж долгостроя на площади Ленина. Как говорят специалисты, это позволит расширить площадь и обеспечить безопасность оренбуржцев во время разбора 12-этажного здания. Все дело в длине стрелы крана, с помощью которого строители намерены начать разбор высотки долгостроя. Она составляет 30 метров и во время работ как раз будет проходить над зоной проезда троллейбусов и автомобильной стоянки. Это противоречит правилам безопасности, поэтому в городской администрации решили перенести контактную сеть троллейбусов. Пока там только установили 6 опор. Опоры, которые находятся вдоль забора недостроя, будут демонтированы. Движение по данному участку будет запрещено. Весь транспорт, в том числе общественный, будет двигаться по центральной части площади. Работа запланирована на ближайшие выходные. Параллельно ведутся переговоры о вторичном использовании плит здания. В случае положительного решения подрядчика их направят на строительство контейнерных площадок Оренбурга. Напомним, о демонтаже 12-этажки в центре города стало известно в начале августа. Проблемный объект выкупила компания «Лист». Тогда же озвучили срок полной ликвидации долгостроя. Это 1 ноября 2019 года. Но пока работы на объекте не начались. К другим темам. Оренбургские таможенники задержали крупную партию контрафактной парфюмерии. В ходе досмотра выявлено более 40 тысяч единиц товара 32 мировых марок. Такие случаи на таможенных пунктах не редкость. Россия имеет вторую в мире по протяженности сухопутную границу. Правила ввоза грузов в нашу страну нарушаются повсеместно. Вячеслав Кампы и Сергей Пронь сегодня вместе с оперативниками совершили облет приграничной территории и изучили проблему. Подробности далее. Это Санкт-Петербург. Здесь таможенники задержали крупную партию наркотиков – больше 800 килограммов гашиша. Аккуратные брикеты спрятаны в обшивку экскаватора. Подарки на Новый год. А это уже Сочи. Злоумышленники пытались ввести на территорию России абхазские орехи и сухофрукты. Документов на товар нет. Оренбургская область тоже приграничный регион. С соседним Казахстаном мы делим почти 2000 километров сухопутной границы. Работы у таможенников хватает. Сегодня осмотр территории с воздуха. На участке Елек с Огарчином. С целью выяснения обстановки, транспортного потока и возможных мест пересечения границы, помимо мест дислокации, мобильной группы оренбургской таможни. Облет границы – новая практика для оренбургских таможенников. Это только второй вылет. До этого сотрудники работали в составе мобильных групп. С воздуха это делать быстрее и удобнее, но есть и свои недостатки. Находиться в кабине вертолета неподготовленному человеку без специальных наушников практически невозможно. Шум от работы двигателя заглушает даже собственный голос. Но именно отсюда, с высоты птичьего полета, вся приграничная территория как на ладони. Основная масса нелегально ввозимой продукции – это фрукты, овощи и товары народного потребления. По словам оперативников, с каждым годом контрабандисты становятся изобретательнее, придумывая новые пути объезда контрольно-пропускных пунктов. Есть места отстоя, есть дороги, которые, в принципе, видно, и их мы будем под контролем держать.
примыкающие к основным трассам. Вот, то есть для себя картину мы как бы сейчас сложили, вот, и в дальнейшем уже будем эту использовать. С начала года оренбургскими таможенниками проверено около 3000 фур. Выявлено более 110 тысяч единиц товаров с признаками контрафакта. Одежда, обувь, парфюмерия, косметика – более 50 торговых марок. Возбуждено свыше 60 административных дел. Вячеслав Кампа, Сергей Пронь. Новости дня. Это новости дня. Мы продолжаем. Реальная зарплата россиян стала больше. По данным экспертов, по сравнению с июлем прошлого года, в 2019-м, доход вырос на 3,5%. Такие предварительные данные опубликовал Росстат. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организации в июле составила 45 900 рублей. Это на 8,2% больше, чем в том же месяце прошлого года, отмечает Росстате. Увеличился заработок россиян с января по июль 2019-го. Разница более чем на 7%. Рост реальных зарплат в июле составил 3,5%. В июне он не дотягивает 3%, говорят специалисты. Динамичный курс валют. Доллар вырос в цене на 18 копеек. К евро на 4. Данные Центробанка вы сейчас видите на своем экране. А вот коснулось ли повышение зарплат оренбуржцев? Об этом корреспонденты нашего телеканала спросили жители областного центра. Их мнения разделились. Вот некоторые ответы. Я лично не ощутила поднятие зарплаты. Ни на капельку. Получаю на 3000. Я получил расчет такой, я вижу, как бы, ну, индексация прошла с 1 июля. Больше буду вкладывать в ипотеку. На частника работаю. Получается, никаким образом не прибавилось нисколько. Да, к сожалению, сейчас безработное временно. Я не ощутила повышение зарплаты. То есть, собственно, какая была, так и осталась. Я индивидуальный предприниматель, поэтому... Я не могу сказать. Наш экспресс-опрос показал, у 60% оренбуржцев зарплата в июле осталась прежней. Часть из них работает в частных компаниях. Больше денег за свою работу в июле получили только 10% респондентов. У них зарплата выросла сразу на 3000 рублей. 30% оренбуржцев не могут дать ответа. Одни сами являются предпринимателями, другие только в поиске места работы. 22 августа в России отмечается День государственного флага. Исторический триколор вернулся в 91-м, когда после провала путча первый президент Борис Ельцин объявил его новым флагом страны. 3 годами позже был подписан указ о праздновании Дня флага. Триколор стал постоянным спутником нашей жизни. Торжества, народные гуляния под бело-сине-красными полотнищами проходят по всей стране. Моя коллега Анастасия Кубатка подробнее. Август 91-го. По всей стране проходят митинги, где алые полотнища заменяют трехцветные стяги, ставшие прообразом нового времени. Сегодня триколор – один из главных символов страны. Флаги Российской Федерации гордо возвышаются над зданиями органов государственной власти. И особое внимание этому символу в дни государственных праздников, в числе которых и День российского флага. Цвета символа страны знает, пожалуй, каждый ребенок, а вот их значение не закреплено ни в одном документе. Самой популярной интерпретации белый – это благородство, синий – верность и честность, красный – мужество и смелость. И по традиции в канун Дня российского флага проходят праздничные концерты. Идею многонациональности воплотили в танцах и песнях культур. Под народные мотивы в пляс пустились и дети. Весело и с размахом отметили праздник в 8-м округе Оренбурга. На Дне флага не только лучшие коллективы города, но и множество интерактивных площадок для детей. Лазертаг, рукоделие, настольные игры и аквагрим. Впрочем, предназначение у них не только развлекательное. Каждый волонтер во время игры рассказывает детям об особенностях праздника. Мы так завлекаем подростков, показываем им интересные мероприятия. Кроме того, мы сейчас им рассказываем про День российского флага. Помнить про историю нашей страны – это тоже очень важно. Молодые люди и сами отмечают значимость этого дня. Дети должны знать то, что ценится, наверное, в городе и вообще в России в целом. Относительно молодой государственный праздник пришелся по душе людям всех возрастов. И, кажется, становится доброй традицией для всех горожан. Самый большой флаг России был развернут на Байкале в 2009 году. Его длина составила 1 километр, а весил он 60 килограммов.
А самое большое живое полотно появилось во Владивостоке. На мосту с флажками в руках выстроились 27 тысяч человек. Флешмоб попал в книгу рекордов Гиннесса. Длина флага превысила 700 метров. Анастасия Кубатко, Сергей Пронь. Новости дня. В конце этой недели Оренбурге ждет большое культурное событие – 12-й международный кинофестиваль «Восток-Запад. Классика и авангард». Уже готовы афиши, расписание показов. В рамках фестиваля пройдет и немало дополнительных мероприятий. Каждый день готовит оренбуржцам новые открытия в мире кино. Все начнется 23 августа. Звездная дорожка – церемония открытия кинофестиваля. Подарок горожанам – концерт Александра Панайотова. Он состоится на открытой площадке у спортивно-культурного комплекса «Оренбуржье». Уже на следующий день начнется показ конкурсных и внеконкурсных картин. Полнометражные ленты российских кинорежиссеров зрители смогут посмотреть на протяжении всего конкурса. Ценителям короткого метра представят программу «Шаг». У большинства фильмов премьера. В прокат они выйдут только после фестиваля. В воскресенье оренбуржцы и гости города смогут принять участие в акции «Ночь в кино». На площади у Дома Советов будет демонстрироваться фильм «Домовой». В парке «Салют Победы» – «Балканский рубеж». Программа «Кино под открытым небом» будет идти каждый день на летней площадке Музея военной техники. Завершит фестиваль церемония закрытия и показ фильма-победителя. А теперь о спорте. Всего через неделю после победы на первенстве Европы в Словакии юная оренбургская шахматистка Анна Шухман заняла второе место на первенстве мира по быстрым шахматам в Минске. Возрастная категория до 10 лет собирает в столице Беларуси 93 участницы из двух десятков стран. Анна – воспитанница детской юношеской спортивной школы «Газовик» и тренера Ольги Сухаревой. Идет без поражений до пятого тура, в котором проигрывает Зарине Нургалиевой из Казахстана. А следом играет в ничью с москвичкой Яной Мизеровой. В итоге у Нургалиевой 8 очков, на полбалла меньше у Шухман. И третьей становится еще одна москвичка Олеся Федорова. В общем зачете в «Рапиде» и «Блице» россияне становятся первыми 17 медалями, намного опередив Белоруссию и Казахстан. В Сакмарском районе состоялись соревнования по новому виду спорта – трейлу. Полтора года назад комиссия Минспорта России признала трейл дисциплиной легкой атлетики. Теперь он развивается и в нашем регионе. Трейл-раннинг – это бег по сильно пересеченной местности и бездорожью на разнообразных ландшафтах – гористых, равнинных, лесных, пустынных. Он включает в себя элементы и кросса, и горного бега. Но здесь не регламентирована длина, сложность трассы и перепады высот. Пропагандисты нового вида выбирают для соревнований гору Гребени вблизи Оренбурга, где и организовывают дистанции. В трейле, в отличие от, скажем, горного бега, используется природный ландшафт без искусственных изменений трассы. Поэтому здесь, на горе Гребени, все условия для этого нелегкого вида спорта. Соревнования по трейлу проводятся у нас в четвертый раз. Сейчас поучаствовать приезжают около полутора сотен любителей бега из городов нашей, Самарской областей, Башкортостана и даже Курска. Возраст участников от 13 лет, самому старшему 59. Каждый из спортсменов автономен, выбирает себе дистанцию либо 10, либо 18 километров. Отдельно забег на 400 метров для самых маленьких. На финише каждый участник получает сувенирную медаль. Здесь любители самого активного образа жизни. Азарт, массовость. Красота, природа, ну, здоровье, соответственно. Ну и смотрите, как замечательно здесь люди отдыхают. Организаторы разрабатывают действительно сложную трассу с подъемами и спусками, равнинными участками. Есть пункты водопоя, ведь в день соревнований сильнейшая жара. Все довольно экстремально, на дистанции нередки падения. Но этих увлеченных людей ничего не пугает. Трейл-раннинг – возможность проверить свои силы и выносливость. Бежалось тяжело на самом деле, особенно концовка, организаторы постарались, действительно сложная трасса, особенно вот финальная ее часть, последние 3,5 километра, это прям серьезная такая нагрузка. Падали во время дистанции? Да. Было, да? Да, там есть немножко сложная дистанция, когда нужно по веревке спускаться, но это же не важно, главное дойти, хоть ты грязный, мокрый, но ты пришел. После внесения трейла в реестр видов спорта можно будет проводить чемпионат и Кубок России. Официально присваивать разряды и звания в этом тяжелом виде легкой атлетики. Анатолий Юденич, Сергей Пронь. Новости дня. На этом все. О событиях развития расскажут корреспонденты ОРТ и мой коллега Максим Самойлов уже в дневном выпуске новостей в 15:30. Не пропустите. Оставайтесь с нами на ОРТ.